допустили много ошибок как в защите, так и в нападении. Много раз не выполнили установки точно так же. И далее подобрать в нападении много подборов, статистики нет, не помню. То есть подарили много очков просто так. И больше нечего сказать. Ну, правильно Олег сказал. Во-первых, дали подобрать мячи на своем счете. 20 подборов нападения забрал сегодня Запорожье. Мы забрали 17, да, вроде бы как неплохо, но 20 подборов нападения они у нас забирают. Это при том, что мы уже имеем центрового с ростом 215 сантиметров и по-прежнему проигрываем подбор. Значит, вопрос, наверное, не в габаритах, не в росте, а вопрос в каких-то, наверное, внутренних резервах или в дисциплине постановки спины. Вот. Не хочу никого обвинять, мы проигрываем, выигрываем вместе. Это общее поражение. Хотя обычно говорят, наверное, правильно будет сказать, да, выигрывает команда, проигрывает тренер, поэтому ответственность в большей степени лежит на мне за это поражение. Будем пытаться что-то изменить. Мы сейчас как раз находимся на таком этапе, где идет перестроение команды от того, что мы делали в предсезонке, там, где играли смолбол, там, где играли с подвижными большими, нам не хватало размеров, объемов. Сейчас взяли центрового, который в корне меняет игру, в корне меняет рисунок игры нашей. Пока мы еще не ушли от старой модели, не пришли к новой. То есть находимся на пути строения команды. Just come in. Yeah, I could say it was a tough game. First of all, mentally, because we lost 4 in a row. We got strong opponents before, but it doesn't matter. And right now, we just wanted to win. Doesn't matter how. So I'm happy, really happy, and it's good. Это была тяжелая игра для нас, в первую очередь психологически, потому что 4 поражения подряд первые, было тяжело. Но мы были очень настроены на победу, делали все возможное и наконец достигли ее. Самые позитивные эмоции, действительно, наша первая победа, моя первая победа, мой первый технический. Поздравляю всех наших болельщиков, наших земляков, руководство клуба, игроков, тренерский штаб, всех людей, которые поддерживают нас, потому что много людей вокруг команды, которые чувствуют, что нам нужна эта поддержка. У нас последняя победа на предсезонном турнире была месяц назад. И вот этот месяц тяжелый в ментальном плане, потому что тяжело без побед. Хотя парни понимают, что мы делаем все правильно, мы тренируемся правильно. Нам надо просто чего-то чуть-чуть не хватало. Пускай парни почувствуют этот вкус победы и с вот таким зарядом уверенности, и позитивного настроя, позитивного какого-то мышления будем двигаться вперед все вместе. Дякую, не будемо затримувати. Спасибо большое.